На церемонию вручения паспортов Максим Земсков пришел вместе со своей семьей. На том, чтобы получить главный в жизни документ в торжественной обстановке, настояла мама. Ей хотелось, чтобы этот день сын запомнил на всю жизнь. С подачи всех необходимых документов Максим не тянул. День рождения у меня был 31 августа. На паспорт я документ отдал после дня рождения. Прям сразу? Да. Для Максима паспорт не просто красная книжечка с золотым орлом, а символ начала взрослой жизни. То, что этот документ требует бережного обращения, юноша знает и планирует выполнять это правило. Дома спрячу. Где-нибудь. Вместе с Максимом паспорта получили и другие ребята, достигшие 14-летнего возраста. С этим важным событием их поздравил первый заместитель главы администрации Виктор Шошкин. Есть вот много законов, но над всеми ними существует Конституция, которая выше всех законов. Также вот и паспорт, он выше, чем все остальные документы, которые потом будут набиты в ваши карманы, молодежь. Но этот паспорт – это единственный документ, который полностью удостоверяет вашу личность. Этим ребятам придется еще не раз получать основной документ, но день, когда им вручили первый паспорт, они запомнят навсегда. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».